Всех с пятницей, друзья. Сегодня хотелось продолжить записывать видео, очередной ролик, коротенький. Продолжим тему «Мужская правда». И в этой теме сегодня такой актуальный вопрос. Будем несколько слов сказать хотелось в продолжение предыдущего видеоролика, когда я говорил там о том, что о восприятии любви мужской и женской, да? Так вот, там женская любовь, она принимает вас, женщина, да? Так вот, здесь и существует очень большая проблемка. Как бы очень замечательно то, что женщина нас принимает, то, что нас любит со всеми нашими потрохами, да? Но проблема существует в том, что эта женщина наша любимая не хочет нас выпускать из со своего состояния, с этого мира принятия. А там мужчине-то, в общем-то, делать-то нечего долго. После того, как мужчина разгрузился, как говорится, да, со своими всякими там заморочками, да, выдал себя как мог, ему надо оттуда делать ноги, как говорится, да, то есть из женского мира уходить, из состояния принятия уходить. Так вот, этот вопрос очень важный. И мы его решаем, современность, какое нам предлагает решение. А решение одно там. То есть мы там делаем что? Мы производим там оплату. Оплату за беспокойство женского мира. То есть мы пришли в женский мир, он нас принял, как говорится, приласкал, обмыл, помыл, накормил. И за это надо заплатить, за беспокойство. Потому что в женском мире существует состояние покоя. И мы, как бы, мужчины, не всегда вовремя туда уходим. Но это важный этап. Надо заплатить за беспокойство и выйти туда. Поэтому это такой момент важный, потому что вы можете, если вы там остаетесь надолго, то вы можете там оказаться, как бы, такое слово, как мы знаем, на букву «П». Вот. Вы окажетесь в этом месте на букву «П», если вы, надеюсь, вы меня понимаете. Но из этого места будет очень трудно выйти. Поэтому, чтобы из него выйти вовремя, надо заплатить за эту любовь, за это принятие всех ваших тараканов, да, которые вы принесли. И когда вы оплатили, это в любой женщине появляется стимул вас отпустить. То есть отпустить туда, откуда вы пришли, откуда вы принесли ей ресурсы, какие-то материальные блага там, то есть свою любовь. То есть она тогда чувствует вашу любовь, именно вот в этот момент. Тогда вы начинаете мотивированы выйти оттуда вовремя. И женщина вас выпускает оттуда, из своего мира, то есть из этого самого места, да. То есть здесь такая ассоциация существует, конечно, с сексом, с половыми отношениями. Очень даже близкая ассоциация, и я буду говорить дальше об этой теме, что секс не является нашей целью, он является таким, как бы, инструментом нашего пробуждения такого, что вы не забывайте, где вы находитесь. Хотелось бы пожелать вам вовремя рассчитываться, не сваливать из этого места, где женщина вас, как говорится, любит, принимает вас таким, как вы есть. И если вы молоды, и имеются у вас какие-то иллюзии по поводу любви, еще раз вам повторяю, что любовь – это состояние принятия. Женщина принимает вас, а мужчина отдает. Поэтому, когда он отдал все, что у него есть, буквально в физическом и психологическом, в других состояниях, ему надо оттуда, из этого состояния женского выйти, принятия, и идти своим мужским путем. Вот, поэтому будьте здоровы, хороших вам выходных. С вами был я, Виталий Рафеев.